всякие скверны, и спаси, блажи души разрешившийся соус и питает пречистый, созывающий вся воспети даровавшего чрева и я человеком, едину матери низку замужную. Ой, так это снимай, но все время в лицо, так даже понимаешь, ну, это нас все время, это нас. Прародители все честные, радуйтесь от таинства постоянного проявителя, радуйтесь учителя Израиля, ближайшего, во плоти сходится, надо все обетоваться, как веру Спасителя, все огромные южницы,
печалися и в горести душите, учили свои задачи корися. Дама со многими зерами приготовила. И так в молитве же пост прилагаше и в сокрушении сердца. Сидельше к Богу за ваши. Аллилуйя. Сидящие горцы плакася и молящиеся к Господу до поношения бесплодия от нее от имени. И же талика тебе праведный, поминающий тебе, радуйтесь, о Богоизбранной, единому от Троицы Матерь, во плоти породившей, радуйтесь, вашему родителю, радуйтесь, благословенным, преблагословенным женам, старшие, радуйтесь, бесплодия. Радуюсь всех последним молитвам. Радуйте всех о поношении ваше временное во славу вечную. На небеса на земле вся. Радуйте Богоцы и Акимиана, образ упования приложенного на Бога. Тебе благодать, жена твоя Анна дочь, и породит тебе честь, ниже всему миру будет радость, я рек бесплодный повелею ему, когда в Иерусалимском паке отойти. Радуйтесь в Рождестве, Бога Траковица Марии, Света Возвековавшей, радуйтесь в Евгении, Бога Траковица, Злоденные, радуйтесь, слышанными я умиленные, радуйтесь, спасих от архиерея Божий, Благословенные и Ублаженные, радуйтесь, Агнец Непорочную, радуйтесь, Добрый Упасный, радуйтесь, Агнец и Пастыря Матери, вот теперь тебе приемцы, радуйтесь, Я каждый свой, 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 я каждый свой
творение